Всем друзьям привет, с вами Скелет. В этом видео я буду делать самые странные, ужасные, невозможные дела в Blocksroot. Наверное, скажете, что ты несешь? Что ты будешь делать? Что в смысле? Ребят, сейчас вы просто посмотрите видео хотя бы до половины, а еще лучше, ребят, до конца, и вы поймете, что я хотел сделать в БФе из странных, самых ужасных вещей. Ну, короче, вы, ребята, поймете, если посмотрите это видео полностью, ребята. Надеюсь, что вы оцените это видео лайкосиком, подпишитесь на мой канал. Ну, а также, ребята, заходите в мой телеграм-канал. И там у нас происходит очень много эксклюзивной информации. Также есть спойлеры по обнове и много чего другого. Ну и заходим в мой дискорд сервер. Там, ребята, у нас проходят трейдики, общаются в чатах и по войсах каждый день. И в чате, ребята, тоже общаются. Так что там сможешь найти себе точно новых друзей. И там ты точно не заскучаешь. Еще есть трейды, конкурсы на фрукты и много чего другого. Так что заходи в мой дискорд сервер и телеграм-канал. Ссылочка в описании. Ну а я, ребята, приступаю к видосику. Погнали! Давно хотел купить дешевый робокс, но не знал где. Тогда тебе на RBX Camp. Лучший магазин по продаже робоксов для вас и ваших друзей. С самым выгодным курсом. Ребята, нажимаем купить робоксы. Тут вы, ребята, пишете свой ник из робокса оригинальный, а здесь вы, ребята, пишете сумму робоксов, которые вы хотите купить, а тут показывается цена этих робоксов. Потом вы нажимаете купить робоксы, и там все делаете по инструкции, создаете геймпас, настраиваете цену, и вам робоксы приходят сразу же моментально. Ссылка на RBX Camp будет в закрепленном комментарии. Итак, ребята, что же у нас идет по списку? Первое. Я бы предложил по списку сделать что-то странное. Например, давайте возьмем менюшку, шоп. И давайте, ребята, купим вот эту 30 маны за 50, ребята, робоксов. Вы подумаете, что, блин, зачем? Ну, я, ребята, это сделаю, просто куплю и все, да, ребята, бай, и я ее куплю-то не в инвентарь, а себе просто так, ребята, все, ребята, я купил. И как бы, да, все, я покупил. Зачем я это купил? Я не знаю, просто я это сделал, потому что это странно, ребята, согласитесь? Верно, верно, ребята. Итак, ребята, я накопился почти лям 700, ну, почти 2 ляма, короче, да? И теперь давайте, знаете, что делаем бешено, опять же, ну, невозможно, как бы, да? Зачем я это делаю? Непонятно, просто, ребята, для вас, для видосика, просто... Было интересно. Давайте. Следующее, что бы я хотел сделать, это, ребята, купить весь сток, что есть сейчас. До следующего рестока у нас будет 1.5 часа. Ну ладно, 2 часа. Пойдем от дорогого к дешевому. Что у нас тут, ребята, есть? Вот, можно купить свет, ребята. Так что давайте вьюв. 650 тысяч есть. Купили свет, окей. Дальше, ребята, песок. Покупаем песок тоже. Купили песок. Давайте купим пружину, ребята. Купим, ребята, спин. А, не, я не могу купить спин, потому что они у меня, ребята, тоже есть перманентные. Ну ладно, давайте купим еще... Еще раз купим, ребята, у нас... Могу еще раз купить? Да, еще раз куплю свет, ребята. Опа, покупаем. Ай, блин, мне, ребята, не хватает монеток чуть-чуть. Ну ладно, давайте купим тогда, ребята, песок. Где у нас песок? Вот песок, 420 тысяч. Купили, ребята, все, мы потратили все денежки. Все лям 700 мы потратили тупо-напросто на какой-то, ребята, сток. Зачем? Непонятно, но... Зато я это, ребята, сделал, и это, в принципе, ну, прикольно, почему бы нет. Итак, ребята, давайте сделаем, что можно еще, ребята, сделать такого странного или плохого, ребята, я не знаю. Давайте купим фрукт рандомный и что-нибудь с этим еще придумаем. Нажимаем All Right, Random Fruit и Buy. И есть, ребята, мне выпал смог, ребята, вот. Вот он смог. Вот он смог, 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 не выпал, ребята. Так, давайте напишем в чатике. Давайте напишем, кому фрукт, давайте напишем. Пишет мне, 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 я первый. Сейчас напишем, ребята, знаете, как напишем? Все за мной тогда. И побежали, 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 ребята, сейчас убежим, короче, до пристани и сделаем там кое-что, ребята, интересненькое. Смотрите, они все бежат, бежут, бегут, бегут, бегут. Ребят, как это прикольно, блин, вы просто посмотрите, смотрите, сколько их много, жесть. Жесть, 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 нужно бежать, 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 быстрее. Итак, ребята, я здесь, да? И они все остальные тоже здесь. Давайте возьмем, знаете, что сделаем? Давайте возьмем, ребята, лед. Так, где у нас лед? Возьмем лед, ребята. Вот он. И пойдем сюда на воду. Посмотрим, как они пойдут за мной, ребята. Посмотрите, смотрите, 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 смотрите. И давайте просто сбросим фрукт в воду. Просто сбросим фрукт в воду. Вот как-то так. Оп! Ой, не получилось. Ладно, 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 сейчас еще раз. Оба. Да блин! Я его подбираю. Да как так? Опа! Сбросили воду! Все! Ай, блин! Это прикольно! Жесть! Жесть, ребят, это просто жесть! И, ребят, простите, что, конечно, я так делаю, но это просто все ради видоса, все ради видоса. Давайте им напишем. Они просто выкинул в море. Давайте напишем все. Все ради видоса, ребят. Напишем все ради видоса. И как бы да, не в видосике, и при этом, но немножко было гарненько, ребята. Ладно, давайте сделаем что-то еще и другое интересное. Итак, ребята, следующее задание, что. Ну, следующее, что я, ребята, сделаю, это, ребята, смотрите, у меня сейчас 8,7 миллиона баунти. Это как бы, ну,
относительно это, ребята, немало. И сейчас, ребята, я просто солью свое баунти. Не знаю зачем, но просто я его солью. Не все, конечно, но пусть они меня поубивают, я не знаю. Это будет, ребята, прикольненько, я думаю. Я написал в чате, ребята, готовы? Спрашиваю у них, давайте посмотрим, что же они сейчас мне тут напишут. Пишут да, так, дальше. Да, 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 что надо делать, да. Все готовы. Короче, пишу, ребята, можете убить меня, если хотите. Я, ребята, не буду сопротивляться, я просто уберу еще всех из союза. Всех уберу и просто буду, ребята, стоять вот здесь. И все, ребята, давайте по прикольчику профчику наденем фрукт чоп, 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 чоп. Ай-яй-яй, не успел, не успел, не успел, ребята, надеть фрукт чоп. Давайте напишем в чате, как-то слабо. Да погнали еще, погнали, ребята, еще, погнали. Опа, вот так надамажим их. Ни на кого не дамажил, правда, ну да ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, жесть! Вы только посмотрите, жесть, как они жестко убили просто. Как это было сильно, это, ребята, было реально сильно, и это уже реально, ну, прикольненько, это уже реально жестко, ребята. Я весьма долго на время это копился баунти, но сейчас я его просто так сливаю, зачем, я не знаю, но давайте это сделаем. Так, у меня, ребята, было 8,7, сейчас у меня 8,68, значит, у меня было там 8,7 с чем-то. Давайте сделаем так, ребята, смотрите, смотрите, смотрите. Опа! Туна! Прикольно просто, ребята, жесть. Оу, жесть, что это такое? Офигеть! Вы только посмотрите просто. Посмотрите, что там происходит. Это же просто реальная жесть. Сколько вас тут много. Ай-яй-яй, ребята, не надо, не надо. Оп, гудхуманом. На, никого не попал, ладно. Оп, сюда, ребята. Ладно, я все равно, ребята, умер. Ну ладно, ладно. Ладно, ребята, посливал немножко баунти. Не знаю, зачем я это делал, но я просто, ребята, это сделал. Ну а теперь давайте, ребята, сделаем самое, мне кажется, жесткое, что только можно сделать в БФ. И никому, наверное, такого не советую. Так что, ребята, смотрите просто сейчас и наблюдайте. Так, ребята, я написал, жду всех в кафе, сейчас будет еще веселее. Они все здесь. Все здесь, ребята, смотрите, сколько тут много. Ребята, вы очень крутые, вас очень много. И теперь давайте, ребята, сделаем кое-что интересное. Ребята, я написал, встаньте впереди меня, вокруг. В принципе, немножко встали. Думаю, это будет отлично. Теперь, ребята, смотрите, я захожу в items. Захожу, ребята, в treasure, ну, сокровище, ребята, да. И смотрите, у меня, ребята, есть один леопард. Как думаете, что сейчас я с ним буду делать? И теперь давайте напишем в чатике. Я пишу, смотрите, что делать сейчас буду. Все внимательно, смотрите. Смотрите, сейчас я беру леопард в руки. Леопарда в руки беру. Оп, леопарда взял в руки. Смотрите, оп, все видят. Оп. И, ребята, я его хаваю. Хаваю леопарда и смотрите, сейчас буду. Смотрите, я съел леопарда впервые за всю игру в БФ. Я его съел. А теперь, вот, смотрите, я беру items, беру килла. Беру, ребята, килла. Вот он, килла. И хаваю килла, ребята. Хаваю килла. Блин, ребята, прикол. Это просто реально жесть. Это реально жесть, ребята. Ну все, ребята, у меня нету... Ну, леопарда у меня нету, теперь все. У меня есть максимум дракон. Леопарды, как вы видели, как вы можете помнить, я всех леопардов раздал в своем видосе про ютуберов, когда я выполнял задание от ютуберов, ребята. Ну и сейчас, ребята, еле одного леопарда потратил на то, чтобы просто его съесть и потом съесть килла. Я не знаю, ребята, зачем я это сделал, но я это, ребята, сделал. Я надеюсь, что вы, как бы вам этот видос понравится. Ну и все, ребята, в принципе, видео на этом подходит к концу. Как я уже сказал, надеюсь, оно вам было интересно, и вы поставите лайк на это видео, подпишитесь на мой канал, ну а также, ребят, заходите в мой телеграм-канал, ссылка на него будет, ребят, в описании, у нас там много чего интересного, на 1000 подписчиков у нас будет конкурс минимум на 3 леопарда, я, ребята, их затрежу для вас, ну или что-то как-то не достану, ребята, либо будет на геймпасс, либо на то и на то, ребята, посмотрим, что будет лучше для вас, сами что выберете, то и будет, ребята, давайте тоже активируем эту штучку, по приколу, смешно, прикольно, короче, ребята, также заходите в мой дискорд сервер, если хочешь найти себе новое общение, либо общаться с кем-нибудь, ты можешь зайти в мой дискорд сервер и найти себе новое общение именно там. У нас там очень интересно и весело. Общаются в чатах по ОСА каждый день, есть трейды, конкурсы на фрукты и много чего другое. Так что заходи в мой дискорд сервер и мой телеграм-канал. В телеграм-канале, кстати говоря, ребята, у нас там много спойлеров и как бы много важной интересной информации про БФ и про меня. Ну все, ребята, на это видео подходит к концу. И всем удачи, и всем, ребята, пока-пока. Смотри мои другие видосики тоже. Ну и все, ребята, всем удачи. Всем пока-пока. Смотрите, ребята, что мы здесь делаем. Мы все включили сейчас эту обилку. Прикольно было. Ну ладно, все, ребята.